Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Devil May Cry 4. Я хотел начать с этого момента, именно вот с этого момента, чтобы точно посмотреть, убедиться в том, что у меня стоит уровень сложности какой. Правильно, охотник на демонов. Не человек, а охотник на демонов. Вот, все. Я убедился. Так, Данте, мы вернем обратно настоящего нашего заодно. I know this thing's a major cultural artifact, but it's bad for the community. Там одного удара хватило. You get it back? That's one sword. And one to go. Need some company? I think you better help the others. Try to get them as far away from here as possible. Got it. И что мне сейчас придется делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 18-я миссия. Разрушитель сразитесь со спасителем. А спаситель не такой уж и спаситель, потому что он хочет уничтожить Данте. Он же так-то Данте, по идее. Че? А, да? А, ну да. Так-то Данте получеловек-полудемон, так что можно сказать, если он хочет уничтожить Данте, то он уничтожает человека, но вместе с этим он уничтожает. Ну, вы поняли, короче, да, лучше молчать, честно. Ну, нету. А чё? Трюкач. Ну, нет, дорогой трюкач. Да все они такие дорогие, все оставшиеся. Ну, не. Ну, ладно. А по предметам ничего, кстати. Может, финальный босс меня разодорит как Данте, потому что Данте был достаточно интересным таким. You destroyed the Hellgate. Yeah, it kinda tainted the view. So, you ready to fight now or what? You travel this far to fight me. You could never touch the power of the Savior. Sounds like you're overcompensating. Besides, I didn't want you to get a creak in your neck for looking down at me. Silence! What would it take for you to alter your position? How about death? So, you ready to eat your words? Do as you wish, your attempts are futile. The true form must be inside. Looks like it's up to me to take care of ugly hair. Так, а что? Ну, я вижу здесь точки, да, вот эти вот такие, синие такие. Ямато. Катана, принадлежащая брату Данте. Это одновременно ключ к Ратамаде и к их уничтожению. Темный воин. А? Что? Получив Ямато, вы можете использовать его при помощи стиля темный воин. У меня... Я не вижу его. Чтобы выбрать этот стиль, снова нажмите кнопку выбранного на данный момент стиля. То есть... А, то есть, раз, два, понял. О, зачем? Не надо, нет. Ага, ну за что ты сам себе? Да, нет.
стоп. А я же... Чё? Ну, спасибо. Спасибо. Так, мне к тебе... А, всё, я понял. Ой-ой-ой, зачем ты так делаешь? Да как так? Так, нет, тут обычный... Ага. А, мне просто ломать тебя, что ли? Ё-моё. Что ж ты такое... Что ж ты мне раньше ты не сказал? Давай. Ай, блядь. Ты... Ой, ой. А чё, болит ручь? Рука болит? У-у-у. Чё? Ага. Ага. Серьёзно? Так, и куда мне? Сюда? Этим сюда, да? Ага, я всё понял. И как? Так? Хорошо, разломал. Ну... А я и не успел. Уйди. Так, ну, в принципе, пока ничего особо-то сложного-то и не существует здесь в том, что я сейчас делаю. Так, обратно, что ли? Окей. О! Сразу вот так вот, разочек. Так, следующий. А нет, зачем ты встаешь? Я только половину сделал. Ну ладно. А куда? А, да. А вот ты мне не нравишься. Вот это было неприятно. Так, надо обратно. А не обратно, подожди. А где? Где мы есть хоть какая-то это? Вот, есть. Ты что делаешь? Зачем ты? А я вообще как-нибудь попадаю. Чего? Так, мне кажется, это легко, но мне кажется, и одновременно сложно. Не то. Ага. Ага. Ой-ой. Дружище. Это что? Гарпун? Что происходит? А, да, это тоже можно. Так, ну ладно. Пока что что-то непонятное происходит, но очень интересно все. Так, мне теперь сюда. Хорошо. Так, минус один. А если... Подожди, где тут у меня? А, так то... Зачем ты так делаешь? Вот это... Что делается? Происходит так. А вот это... Ладно. Хорошо. Где Пандора? И подкинуться можно заодно. Хорошо. Не долетел. А, да не долетел, ладно. И зачем ты так? Так, следующий. А я же... Ладно. Так, подожди. А что сильнее, кстати, дробовик? О, дробовик их просто замедляет. Отлично. Ай-яй-яй. Да не долетат. Ладно. Так, хорошо. А, значится так, да? Значится у нас... Подожди.
Он не заряжается. Ну, то есть, вот так. Вот это как будто зарядка, я понял. Угу. Хорошо. Следующий. Мне сюда. Ой, не то. Больно, знаешь ли. Да ладно тебе. Спокойно. Так, мне нужно найти то, что может мне помочь. А где то, что мне... Вот это мне может помочь. Ага. Хорошо. Хорошо. Ну, пока что-то не особо понятное происходит, но... Не до босс, пока что босс. Без особых сложностей пока все проходит. Далеко. Дробовичок мне, пожалуйста. Хорошо. Ай, не надо так делать. Я же ничего плохого еще не сделал. Так, хорошо. Так, это куда меня отнесло? Это куда ты меня отнес? А все, что ли? А как? А остальные? А голова? Подожди, а, здесь еще что-то есть. Так. Подожди, а как голову? Покажи голову. Голову покажи. Так, блин. Подожди, а голова? Не особо понял. Мне как-то надо... Что происходит? ХП мне восстанавливают, а я не понимаю туда. Мне еще как-то на плечо нужно забраться. А, да? Серьезно? Так вот для чего эта пушка? Возможно, придется сейчас и на плечо забираться. Ну, ё-моё, кстати. Ну ладно, давайте попробуем. Хотя, то плечо и как-то... Ладно. Ага. Спокойно. Так, мне нужна пушка. Мне нужна пушка. Ты где бы мне ее взять и на... О, нашел. Тихо. Не ты. Не того, Данте. Зачем? Хорошо. Теперь можно попробовать сделать вот так. Да-да-да. Я не букашка, не надо. Хорошо. Минус плечо. Так, ну там уже нужно... А, я их могу ломать. Интересно. Подожди. Ой-ой-ой. Так, хорошо, здесь есть. Хорошо, на голове есть. Осталась середина. А как середину убрать? И это все? Нет, не все. А, хорошо. Не надо. Он хотел повернуться в мою сторону. Да ты что, прикалываешься? Где я? А так нечестно, знаешь? Да так очнуться могу. Это тоже немножко нечестно. Хотя, не знаю, тут уже подумать. Ну и где? Ну, давай. Не надо! Я прошу... А, че? Не вниз же? Я... А, не все нормально. Ну, ладно. А, у тебя ХП появились, дружище. А как мне тебе их носить? Вот это уже другой вопрос, да? Это уже другой вопрос, как ему сносить эти ХП.
Так, здесь где-то была пушка. Пушка, пушка, пушка. Так, подожди, а как же мне... Подожди, а что, пушек нету? Не только его бить по руке теперь? Ой, ну ладно, давай. Ну, почти, кстати. О, какой страшный. Не надо, я уже вижу, как тебя галя... О. А-а-а, зачем ты ломаешь? Кстати, больно. А не надо. А я иду обратно. Так, мне бы сейчас как-нибудь... Хорошо. Так, не понял. Мне бы понять, как с ним... Так, ладно, от этого надо уворачиваться. Так, мне бы понять, как с ним сражаться. Сейчас немножко подхилиться можно. Как бы с ним сражаться-то и так? Ага. Так, ноги свои, пожалуйста, убери от меня. Тихо. А, он ломает. Подожди, а как... Что ты, блядь, прикалываешь? Достаю хоть немного. Так, с этим ладно. Так, ладно, еще разок уходим. Подожди, я не понимаю. С таким количеством КП, конечно, я это не факт, что сейчас это сделаю. Но я постараюсь. Серьезно, мне так надо будет с тобой сражаться или что? Вот ты прикалываешься. Эй-эй-эй, еще ничего не было. Я. Тихо, тихо. Из них КП... О, ну блин. Не надо. Он почему-то фокусируется. Ай-яй-яй. Так, а тут надо валить. Почти свалил. Так, ладно, тут можно использовать, потому что это бессмысленный босс. Он как... Я должен хотя бы понять, как с ним сражаться. Так, дружище. У него есть только одна точка, на которую можно отдрать. Ой, не бить. Которую можно... Сука. На которую можно только атаковать. А, ну тут... А, вот что еще. Ага, надо прикалывать. До свидания. Так, хорошо. Да ладно. Давай же, друг. О. Ага. Оп, не надо. Вот это. Беги, да, да. А. Больше всего ХП сносится именно из-за этого. Опа. Хорошо. Что? И как? Да? Ну ладно. О, ну тут... Ну блин, тут можно было бы снести много. Это, ну, мне нужно было бы использовать комбинацию особо. Как обычно. Так. Так, так что мне там по... Вот так вот это еще придет сюда. Сюда это. Хорошо. Так, и мне нужно... То есть, такая, точно такая же тактика, как и везде, да? Отлично. Ой-ой-ой. Сейчас на меня же переагрели.
конечно. Ну я сношу по тебе буханьку. Может, на каких-то определенных он нормально атакует или нет? Ой, я здесь поздновато. Ну, ладно. Ладно. Я не хотел этого делать, но это как-то случилось. Так, ну, потихоньку, помаленьку. Мы так и грызем его. Так, подгрызываем. Как лучше сказать? Ну, прям подгрызываем. Если что-то пошло, да зачем ты ломаешь-то все? Еще же ничего не произошло. Так, тут у меня отличный шанс. Вот так вот. Хорошо. Зачем? А, нет. Ладно. Они за мной летят? Где? Что происходит? Что происходит? Почему? Как-то странно все происходит. Ну ладно. О, это я. Да, это мне появляется. Ага. Только зачем ты так делаешь? О, давай еще. Не надо! Да хватит ломать-то все. Ты в своем уме? Ломает тут все такое. Зачем это делать? Босс достаточно. Да, спасательный такой. Ух. Поворачивается намного быстрее, чем обычно. Ну, не прис... ну я же... Я не верю в то, что мне придется каждый раз вот так вот его... Хорошо. Ну, блин. Вот так вот до... Да, хватит. Ну и полетел опять. Ой. Ну, подхилимся немножко, что такого. Никто же не запрещает. Да хватит. Дурак. Что происходит? Сгруппировался для чего-то. Хер пойму, что. Вот это мне нужно. Это прям отлично пригодится. Ну так. Он так отлично мне дает эти плюшки всякие. Особенно демоническую форму. А нету. Знаете, нету этих. Я бы давно уже все сделал. Подожди, а нету. Пушек нет. Были бы пушки, я бы уже все сделал. А ты чего остановился? Ты че? Не на. Только зачем я сюда вернулся? До свидания. А, несколько уже стреляют. Круто. Может уже нормальную атаку сделаю. О, да, тоже пригодится. Жалко, хп не устанавливается. Да хватит ломать все. Давай. Не надо. Да, о, наконец-то свершилось. Ну, вперед, погнали. Сразу. Опа. И вот так вот погнали. Натыкиваем. Ну вот и все. Блять, как это было долго. Take it out from the inside. No, what have you done? Time
Time to wake up, kid. You're missing out on all the fun. По идее, он себя должен был проткнуть. Ну, да ладно. У меня есть небольшое ощущение, что четвертую часть сделали, ну, бонус и штраф, сделали, знаете, на скорую руку, добавили персонажа, потому что я посмотрел, сколько миссий, здесь 20 миссий, это 18-е. Какое-то ощущение, что такое складывается, эту игру сделали на скорую руку. Например, единственный нормальный босс во всей игре, вот, во всей, буквально во всей игре, которого нельзя просто затыкать, это Данте. С ним нужны миллиарды различных, сука, видов тактик. Стреляешь, он по тебе стреляет. Прячешься, он, ты то, прячешься, он по тебе будет стрелять, либо обойдет, понимает, что он обходит и сразу идет к тебе. Все остальные боссы слишком огромные. Ну вот, например, как этот. Огромные. Неповоротливые. Имеют большой хитпоинт. Все, больше ничего нету. Ну это ладно, это мы уже как пройдем игру, я все выскажу, потому что да, странно, но игра пока интересненькая. По крайней мере, интересно, что будет в следующей серии. Ну что ж, итак, всем пока, с вами был Сталс, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.